Я была ученицей примерною вместе с сотней других детей. О войне, как и вы, наверное, знала только из новостей. Как вас зовут? Людмила Петровна. Людмила Петровна, слезы появились. Да, ну а как же? Дети. Дети, они чудо. Талантливые. Они супер талантливые. Это да. Ученики, да. Настоящий так, Нью-Йорк. Ты сфотографировалась. Да. Сфоткала всех. Ну, куда, кстати, давайте еще раз. Два года назад мы подали на відновлення історичної назви. Да. Верховна Рада не пропускає. Не хоче Нью-Йорка в Україні. Это, если бы назвали Нью-Йорком, все бы приезжали, все бы освещали. Конечно, конечно. Было... Ну, так дело в том, что это историческое название. Это спектакль забрали бы Нью-Йорк. Конечно. Это же историческое название. Мы просуществовали просто чудо, реально. Столетие просто с этим чудо. Названием. Да, слушайте, давайте вместе. Давайте. Давайте. Да, конечно, давайте. Чудо. Спасибо. Спасибо. Просто вы просто потрясающие. Давайте, конечно. Чудо. Удачи. Можно? Давайте. Чисто с вами. Давайте. Супер. Спасибо огромное. Вы просто молодцы, реально. Вы какой класс? Девятый. Девятый? Да, можно? Молодцы.